Спасибо, ребята. Ну, музыка всегда содействует здоровью, это безусловно, но также здоровью содействует и спорт. С этим вряд ли, наверное, кто-то поспорит. И сейчас мы представляем вам категорию «Спорт и здоровье». Номинация «За личный вклад». Здесь настолько созвездие победителей всевозможных соревнований у нас в стране, что, конечно же, трудно было выбрать кого-то, кого-то одного, кого представить к этой награде за номинацию «За личный вклад» в этом году. И мы пошли немного по такому пути. Я сейчас поясню наше решение. Мы награждаем человека, который не только был олимпийским чемпионом, через 4 года практически повторил успех, был серебряным призером в Инсбруке, это было золото, серебро в Лейк-Плэсиде. Это был конькобежный Оскар, это был десяток мировых рекордов, самый быстрый человек планеты, причем на самой короткой дистанции, действительно самый быстрый по любым расчетам в свое время в мире. Но кроме того, в дальнейшем, после окончания спортивной карьеры, этот человек содействовал еще здоровью по нескольким направлениям. Он стоял у истоков фитнес-движения в России. Вместе с Ириной Разумовой этот человек занимался открытием первых фитнес-клубов. Это пришло у нас из Санкт-Петербурга. И с его легкой руки и Ирины Разумовой это движение у нас сейчас развивается и ширится. Но кроме этого, этот человек долгое время возглавлял и поднял на очень высокий уровень Санкт-Петербургский мюзик-холл. Человек многих талантов, спортсмен, продюсер, бизнесмен и просто отличный человек — Евгений Николаевич Куликов. Встречайте, олимпийский чемпион Евгений Николаевич Куликов. Номинация «За личный вклад» в категории «Спорт и здоровье». Коллеги, такое впечатление, что вот солист этой группы точно употребляет воду, которую не знаю, кто ему дает, и такой энергайзер чистой воды. Дорогие друзья, вы знаете, один очень большой человек, вы его все знаете наверняка, мечтал прожить 200 лет, но прожил на 99 лет меньше. Поменял 7 моторов, и безусловно, если бы он знал, что в России есть технологии инновационного такого характера, наверняка его мечта сбылась бы. Это Дэвид Рокфеллер. Знаете. Роль спорта, ну, безгранична, безусловно. И этот фактор и здоровья, фактор экономического и финансового развития, фактор благополучия. Безусловно, вы знаете, вот я стою и думаю, вот если бы сейчас не было этой воды, сколько бы людей уже в России не использовал бы этот метод, да? И наверняка сегодня этот метод будет внедряться в общество. Я думаю, будет недовольна только одна структура – это Министерство финансов. Потому как действительно пенсию, сами понимаете, долгожители будут по 100 лет жить, а как пенсии платить? Поэтому они будут огорчены очень сильно. Ребята, всем вам здоровья и благополучия. Я, безусловно, хотел просто поблагодарить удивительную компанию, лично Игоря, за твой безумный вклад в развитие вот, и здоровье нашего общества. Спасибо, спасибо большое. Евгений Николаевич Куликов, олимпийский чемпион, лучший конькобежец мира, обладатель конькобежного Оскара, номинация «За личный вклад» категория «Спорт и здоровье».